Вот начинается сезон, как говорится, покоса. Так, хочу сказать следующее. Так, не берите китайские триммеры. Вот данный триммер. Ему уже, так, это не реклама, но в принципе, если не собрать, то уже ему, как говорится, 7 лет, как использую, никак, вообще никаких проблем. Так что то, что все китайские триммеры, которые продаются в магазине, это пустая трата, как говорится, времени. Это раз, во-вторых, затраты денежные. Ну вот посмотрите потом дальнейший результат. Так что кому интересно, подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки. Это вот, кстати, скоро яблони будет приносить плоды. Это вот слива. Вот. Этот маленький куст сливы растет. Вот, кстати, обрезал верхушки. Ничего, весной обрезал, и кто бы что бы не говорил, то что по осени обрезают. Слива растет, и вообще проблем нет.